Компания Apple признала падение спроса на смартфоны iPhone, лишившее ее миллиардов долларов. На сайте Apple опубликовано письмо генерального директора Тима Кука, Тим Кук, адресованное инвесторам. В нем содержится скорректированный прогноз квартальных показателей. Точный отчет будет опубликован через несколько недель, но уже сейчас в компании полагают, что доход за первый квартал 2019 финансового года, завершившийся у Apple 29 декабря, составит 84 миллиарда долларов. Это существенно ниже ранее прогнозируемого диапазона 89-93 миллиарда долларов. Раскрывая обстоятельства, приведшие к такому результату, производитель, по сути, впервые признал, что продажи смартфонов iPhone оказались ниже ожидаемых. По мнению составителей письма, в компании не смогли предугадать степень замедления мировой экономики, особенно в Китае. Между тем, результатом замедления стало уменьшение выручки от продаж продукции. Причем, при детальном рассмотрении выясняется, что все снижения дохода приходятся только на смартфоны iPhone, тогда как все остальные источники обеспечили суммарно рост дохода за год на 19%.